Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 10 Pro. И сейчас я покажу вам, как скрыть фото, видео или что-нибудь еще на вашем устройстве. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Безопасность», выбираем «Личное», нажимаем «Согласиться», ага. Далее выбираем «Папку», после чего нам нужно установить какой-то пароль. В нем обязательно должна быть буква, он должен быть от 6 до 16 знаков. Нажимаем «Далее». Тут мы выбираем вопрос, который нам поможет восстановить в случае чего пароль. Ладно, надо писать латиницей. Наверное. Почему-то оно не хочет работать. А, тут еще есть вопрос. Ладно, тогда все нормально. Я не заметила. Тут мы можем также подключить отпечаток пальца. И теперь мы можем здесь добавить какие-то фотографии, видео из галереи. Ну, допустим, что-то мы там добавим, еще что-нибудь добавим. Вот, это мы добавили картинки, также можем добавить аудио, видео и файлы. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.